я работаю здесь уже 18 лет, и практически каждую корову, каждую теленка, все это знаю. В любое время дня и ночи подними, я вам скажу, что это за корова, какой это тёл и все такое прочее. Для неопытного взгляда все эти коровы одинаковы, только бирки на ушах отличают их друг от друга. Каждая выведена путем сложной селекционной работы. Александра Коротина – техник по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Вряд ли городской житель, далекий от сельских хлопот, сможет в полной степени понять, насколько это сложная профессия. Это ювелирная работа – поймать и осеменить вовремя корову. Да, а это надо знать ее характеристику, знать ее годами. Даже сейчас, ну, сектор, когда приводит коров, уже... знаю, что надо ей столько-то немножко дать выдержку, а после семенять. И столько-то ей надо после семенения постоять. Не случайно хозяйство уже несколько лет на первом месте по надоям в районе. Здесь с каждой коровой ведется индивидуальная работа. Таким образом формируется элитное поголовье. Случайных животных здесь нет. Только 20% от новорожденных попадает в основное стадо. Строгая выбраковка – это залог высоких результатов. Сейчас уже невозможно подсчитать, сколько животных появилось на свет в этом хозяйстве благодаря профессиональному подходу к своему делу Александры Коротиной. Только в этом году родилось 96 телят. Потому что они умницы, просто сами по себе, они кроют с первого раза, они доят хорошо, они стоят, никогда ноги не поднимут. За опытом сюда приезжают из соседних деревень. Профессионализм, любовь к работе и уважение к животным. На этих трех позициях и строится успех, считает Александра Владимировна. Только в этом случае от коров можно ожидать хорошую отдачу. Круглый год, три раза в день получать свежее молоко. Иван Фиськов, Александр Мажанов, Вести, Мордовия, Атяшевский район.